что делаешь? Нужно вырезать иголкой. Да, но я хочу есть. Да. Всем привет, ребята, меня зовут Оля Перчик, и добро пожаловать на мой канал. Ты поздоровайся, повернись хоть поздоровайся с людьми, покажи лицо. Он очень скромный. Короче, ребят, я тоже подсела на этот сериал. На дораму. В общем, я посмотрела «Игру кальмара» за один день. И могу сказать, что этот сериал мне... Дорама, не сериал. Меня тут захейтят. Тупая бабища. В общем, эта дорама мне очень понравилась, и я решила посмотреть еще какие-нибудь там обзорчики на эту тему. Заметили, у меня впервые незапутанные наушники. Да что за волосы-то здесь вообще? Куда они? Ты повернешься или нет? Будем смотреть с вами игру в кальмара в ТикТоке. Погнали. Сейчас снимет там какой-нибудь красавчик. Ну да, такой-то ничего, такой человечек. Какое у него лицо? О, это же карточка. Щана. Мне всегда так жалко, когда рисуют клеем брови. Ва. Сейчас она сделает крутой грим. Ва. Она сейчас в эту превратится, в эту, как ее? А, нет, в куклу. Точно. По-любому. Ва. Ну, я скажу вам, что не очень похоже, но круто. Все равно, да, мне кажется? Нарисовано круто. От этой музыки меня уже тошнит. Она везде. О, даже кровь. Такой страшный взгляд, блин, я только ночью спать начала спокойно. Крыса. Это где? О, Елена Гимич. Стэн Гимич в Корее, уже все, наверное, просто все в игре в кальмара. Вау, сколько денег там! Если бы это поставили в России, то уже давно бы этот весь шар, непонятно там, что там внутри, но эту бы фигню этого поросенка, это поросенок там, у нас бы в России это стащили ночью уже. И что она делает? Что она делает? Или он? Что вообще? Типа рисует? Ну это прикольно, да, ребят? Мне не нравится эта троица. Вот эти две мне нравятся, а вот этот первый мне вообще не нравится. Да что ты говоришь, моя хорошая? Да, я знаю, я слышала про эту актрису, да, говорят, на нее подписалось что-то 13 миллионов человек после выхода сериала, с ней там заключили контракты, там известные журналы модные, там и так далее. Но она, правда, очень красивая, да, хотя... А, меня кот кусает, ты что, ты откуда приперся? Я вроде от тебя закрылась. Как же ее зовут, надо загуглить. А, тут даже забивать не надо, уже все забито. Хо Ён Чон. В общем, я думала, что Хо Ён Чон выиграет в игре в кальмара. И я была очень удивлена, когда узнала, что она почти была. Сколько их там много людей, да? Вообще капец. И все на одно лицо, блин. Ну да, построить такую конструкцию, это капец, конечно, все эти лабиринты. Бам, прыгнул. Какая большая кукла. А это есть игра в кальмар, я понимаю. Как наши классики, короче, ребят, да? Почти получается. Я, кстати, до сих пор так и не поняла, как играют в эту игру в кальмара. Я читала, и так я нифига и не поняла. Я поняла, что это наподобие наших классиков, и все. Какая кукла большая. Нас бы тоже ее сперли, если бы было в России. О, уже майки даже, футболки. 4 доллара. Это 200 с чем-то рублей, да, получается? Надеюсь, я правильно посчитала? Ну и что дальше? Так вот не туда идешь, чувак, кукла-то сзади! Это тренд ТикТок. Оу. Красавчик.
Да, это жесть. Ребята, а вы, кстати, готовили вот эти вот печеньки? Ну, это не печеньки, такие конфеты, это как получается леденцы на палочке. Какой мы сейчас с вами приготовим, кстати, ребят, эти печеньки? Погнали! Знали бы вы, ребята, как смотрят меня домашние, когда я хожу по дому в шляпе. Ставим сковородку на плиту, включаем. Насыпали сахар. В общем, мешаем и ждем, пока сахар не растворится. Кстати, я чуть не забыла. Нам еще понадобится щепотка соды. Получится реально съедобные конфеты. Кто ел петушки на палочке, те поймут, что это то же самое. Возьму другую ложку, что сахар не растворился. В общем, фиг пойми, что получилось, но это вообще капец, но это вроде более-менее, только она неровная. Теперь ждем, когда они остынут, ну, в общем, по такой схеме нужно делать печенье. Прикольно. О, а вот это хоин чопен. Я не материлась. В общем, это вот актриса. Чопен. Блин, у них такие милые улыбки у всех, даже у главного героя, согласитесь? Главный герой, он вообще как бы, ну так вот смотришь, да, на него, он кажется не очень таким прям симпатичным. Но когда он улыбается, он такой харизматичный. У них у всех почему-то, я заметила, очень харизматичные улыбки. В общем, ребята, мы посмотрели ТикТок, и если честно, я ничего не поняла, что я посмотрела. Если вам охота, что я посмотрела какое-нибудь интересное видео, обязательно пишите мне в комментариях. Не знаю, что я так тараторю вообще, короче, что я говорю. Надеюсь, что очень скоро выпустят еще какой-нибудь новый сериал, а лучше выпустят второй сезон «Игры в кальмаров», и мы еще будем обсуждать, еще будем смотреть, и, в общем, будет круто. Кстати, я думаю, что вторая часть выйдет очень-очень скоро. А что думаете вы? Кстати, не переживайте, на этом канале будут продолжать выходить, короче говоря, я никуда их не делаю. Это просто немножко, как бы, разбавление контента. Ну, для всех целую, обнимаю. Пока!